Всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск будет. С утра проснулся, почту залез почитать. Все, наверное, знают, что сегодня у меня выходной день. Я залез почитать почту, и один бдительный подписчик мне сегодня прислал. Я, кстати, сижу у себя на канале. Он сегодня мне прислал интересный, как бы, ссылку. Он говорит, у тебя, говорит, появился фейк полный. То есть, мне, конечно, ребят, приятно, что такое пристальное внимание сейчас к моему каналу идет. Но, с другой стороны, как бы это нехорошо. Копировать людей – это, в принципе, нехорошо. Вот. Так как у меня сегодня настроение очень хорошее, я, как бы, вот этот фейк. То есть, я в шоке вообще. Здесь один подписчик сидит, даже есть просмотры моих роликов. То есть, человеку было не впадлу скачать мои ролики. Они все, в общем, эти ролики, так, они все перекачаны. То есть, видите, стоит максимум 720p. Я снимаю в 1080p ролики. То есть, это полный бред. Обычный копирайт и больше ни хера. Мне, конечно, очень приятно. Один подписчик, кстати, у меня остался. Вот. Опубликовано 8 февраля. То есть этот человек проделал вчера феноменальную работу. Вот они, его загрузочки. То есть он взял 2, 4, 6, 8, 9, 8 роликов моих и поместил к себе на канал. Я вообще в ужасе, просто в ужасе. Естественно, этого человека сегодня YouTube закроет этот канал, так как я уже отправил и жалобу и все прочее. То есть сейчас они выясняют, разбираются. Моя медиасеть тоже недовольна, как бы они там тоже суетятся по поводу этого. Понимаете, тут дело-то, в принципе, дело не в том, что вот он бы попросил у меня эти ролики, да я бы разрешил, если бы он разместил ссылку на мой канал. Я бы ему разрешил, если бы он у меня попросил. А он у меня не спросил даже разрешения, именно поэтому я настаиваю на том, чтобы канал, естественно, удалили. То есть это без проблем произойдет. Мне очень жаль этого человека. И копировать не очень-то хорошо. То есть даже такая фишка тут есть, что он даже создал полностью плюс страницу мою. Я вообще в ужасе. То есть вот мы у него на плюс странице сидим, тут какая-то лабудень. То есть он какие-то видеоролики непонятные смотрит. Видимо, железом компьютерным увлекается. Так что вот, ребят, вот такой вот необычный утренний обзорчик. Вообще непонятно. И этому человеку, кстати, я вот здесь вот прочитал, ему скинули 500 рублей на твой кошелек. Вот этот вот кошелек, это не мой кошелек, это яндексовский кошелек, но это не мой кошелек. Как было в твоем сообщении на форуме, но ключ на Far Cry 4 не пришел. Короче, это просто чувак, он просто занимается реально кидаловым, походу. Вот, я тут посидел, почитал, он даже не удосужился вот это все спрятать, убрать и прочее. Может быть, это его кинули. Ну да ладно, короче. Дело-то не в этом. Он даже комментировал мои видео, что ли, или нет? Ладно, в общем, я сейчас буду с этим разбираться, конечно же. Не оставлять под моими видео продукты жизнедеятельности своего названия. Вот, такой вот кратенький обзорчик моего фейкового канала. Вот он, этот фейковый канал. Я думаю, что он займется оформлением сегодня или планировал, но не судьба. Печально. Кстати, да, я хотел обратить внимание, вот в адресной строке даже это видно. Он, видимо, 98-го года рождения. Или что-то в этом роде. На моем канале вот название Карабаш 74 Games. Вот мое название. Так что, ребят, не ведитесь на всяких лохов, кто вам будет предлагать какие-либо услуги,
от моего имени. То есть, если что-то я и предлагаю, если я кого-то и прошу, у меня вся информация о моем канале вся указана. То есть, вы можете помогать каким-то материально помогать, если, то есть, вот только вот на эти номера, если у вас есть желание. То есть это не фейковое, как вот здесь вот эта жвачка бодяга вообще непонятная. Там о канале у него вообще никакой информации, кстати, нету. Печально. Печально смотреть, что кому-то в башку взбрело копировать мой канал. А с вами был Карабаш74 со своим кратеньким обзором на фейк. Большое спасибо за просмотры. Подписывайтесь.